как сделать спину буквой В. Привет, мой друг, это канал SG Body, меня зовут Спартак, мне 42 года, я фитнес-тренер Симферополя. И сегодня для тебя в этом выпуске мощная тренировка на спину, которая позволит тебе ее сделать действительно буквой В. Не забудь подписаться сюда и на наш телеграм-канал SG Body Fit, потому что там все видосы выходят первыми. Для того, чтобы твоя спина была действительно птичкой, тебе нужно всегда начинать с подтягивания широким хватом. Пусть это будет 4 подхода по 8 повторений. Смотри, как это делается. Взяли широко. Выдох. Выдох. Обязательно распрямляйся полностью для того, чтобы проработать все твои мышцы. Ну что, даже Юлька? Даже Юлька, давай! Я в тебя верю, но... Давай. Вот так, тянется, тянется. Сегодня Юлька не в настроении. Второе упражнение для широкой спины – это отклоны. Давай я покажу тебе, что это такое. Ты хватаешься узким хватом и пытаешься отклониться назад на ровных руках. И тоже делаем 4 подхода по 8 повторений. Ну и последнее, что мы делаем, это выполняем подтягивание на одну руку. Сейчас покажу, как это выглядит. Хватаешься широко, хват открытый. Когда подтягиваешься, переносишь вес на одну сторону. И на другую. И снова сюда. И еще раз. Здесь мы много не сделаем. Здесь мы делаем 3 подхода по 4 повторения. Этого достаточно. Ну и самое главное, это концовка. Именно от нее зависит, насколько ты прочувствуешь свои мышцы на следующий день. Это подтягивание обратным хватом. Узким. Ну, понеслась. Ну что ж, я надеюсь, эта тренировочка зашла тебе так же, как и мне. Я прямо чувствую, как я подкачался, и моя спина прям реально буквой В, как я обещал. Подписывайся, потому что завтра будут новые крутые видосы.